закинул мясо в лучок. Лосятина. Первый раз в казане варю. Ой, готовлю. Даже не знаю, получится, нет. Думаю, все получится. Морковочка. Рис, чеснок взял. Зира. Паприки, барбариса не было. Пришлось взять приправу для плова. Соль, естественно. Ну и все. Сейчас надо подождать, пока мясо обжарится с луком. Там закинуть морковки. Ну, варится. Мясо тушится. Сейчас приправы до специи. Соль закинуть надо. Кипит, бурлит все. Ништяк. Лосятинка варится. Скоро рис туда отправится. Конфиаз, тихоплет. Мясо варится, рис отправится. Вот так. Ништячок. Сейчас зервачок этот сварится. Через минут 20. И отправим туда рис. Рис. Ой, что-то в печи-то, блин, что-то хреново все горит тут. Дровишек подкинуть. О, все располыхалось. А где-то дров поискать. Все хорошо. Прекрасная маркиза. О! Понеслась, родная. О, раздухарился. Лепота на природе. Так. Буду специи закладывать. И плов получился.